Безопасная дистанция определяется временем года, суток, качеством дороги, от которых тормозной путь зависит и может увеличиться в 3 раза и более во время дождя и зимой в гололед. Движение в таких сложных условиях необходимо выполнять с особой осторожностью и увеличением дистанции между автомобилями. 15 декабря автоинспекторы нашего района провели профилактические беседы с автомобилистами по безопасному поведению на дороге. В зимнее время автомобиль может стать в любую минуту неуправляемым и грозить опасностью создания ДТП, что приведет к многочисленным травмам не только пассажирам, но и пешеходам. В связи с этим проводим акцию «Соблюдай дистанцию», цель которой является профилактика дорожно-транспортных происшествий, возникающих по причине неправильного выбора или несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях. Инспекторы рассказали водителям об особенностях поведения в сложных погодных условиях и правильном выборе скоростного режима и о самом главном – соблюдении дистанции между машинами на дороге, особенно в зимнее время года. Водителям вручались тематические листовки с надлежащими рекомендациями.